Приветствую на канале Ask Mojo Play. Мы продолжаем играть в жизнь после. Продолжить. Вот так. Смотрим, на чем мы остановились. Мы там у фургонов лазили вроде. Да. Зомбиков-то многовато. Надо тебя сюда положить, чтобы ты не мешался. Ты хотел фрик-шоу? Черт, прямо кишат. Много-много. Еще кого-то жрут, то ли своего же жрут, такого же зомби. Мысль хреновая. Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост сколько сможешь, а я типа потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно на тот свет хочешь. Блин, ну что у тебя там идея? Не сегодня. Блин. Ай-яй-яй-яй. Шакалы. Давайте, валить отсюда, засранцы. Так, а что у меня есть-то? Ё-моё. Чтобы атаковать противника в ближнем бою. Подождите, а я вроде здесь лазил. Ага, вот так. Вот и не лезьте, и не будет вам проблем. Ладно. Так. Все это берем. Берем. Все берем. Так. Руководство по выживанию. Где ты? Так, вот это логово надо спалить. Сейчас, минутку. Так, чтобы швырнуть предмет для отвлечения внимания. Так, мне не надо отвлечения внимания. Да где ты? Я тебя слышу. Еще трофеи. Сейчас, минутку. Где трофей? Кусты. В кустах можно укрыться от врагов. Перемещайтесь на коротких так, чтобы вас не заметили, и бросайте камни, чтобы отвлечь внимание. О, что-то есть. А, нет.
Туда просто можно забраться. Ладно. Здесь у нас что? Ничего. Смотрим. О, навыки. Навык один. Открыть выживание, выносливость. Так, выживание, стрельба, рукопашная. Что у меня тут до хрена? Очков навыков нет. Так, а, вот оно. Навык уровень, так, 13%. Блин, найти гараж. Ладно. Блин, а как создать-то ее? Коктейль молот. А, вот она. На. Где вы, падлы? На. Так, что у меня там быстрое лечение? Хрен там, да? Ладно, подожди, а где у меня лечение? Опа. Вот так мне еще надо, подожди. Вот так. Охренеть. Что мы имеем? А что здесь? Ни хрена. Вот прям совсем ничегошеньки. Здесь у нас тоже... А, требуется материал, чего-то не хватает. Ладно, пойдем искать. Дебил. Так. А с трупов-то мы ничего не имеем. Нет, с трупов мы ничего не имеем. Но я думаю, что... Тихо-тихо-тихо. Так, иногда лучший выход из ситуации просто убежать. Это я так и делаю. Так. В ментовской машине тоже должно быть что-то хорошее. Так, ладно. Вот вы что охраняли. Понятненько. Но тем не менее, материала-то у меня нету. Какого-то. Тряпки, может, какой-то. А тут вон еще одно логово. Мы уничтожим тут все нахрен. Ой. Это хорошо. Так. Может, мне не надо все уничтожить, мне надо только какие-то конкретные уничтожить. Так.
Я прям чувствую, что я что-то делаю неправильно. Бита. Зачем мне бит, если у меня пока еще где-то труба там есть? Вот так вот. Все это и должно быть, кстати, вот так вот. Давайте в окно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Если что, вручную отбиваемся. Так. Теперь давайте-ка спалим. Какой гадюшник? Вот этот или вот этот гадюшник? Давайте спалим. Что у меня там метательное оружие? Какое? Где оно? Вот оно. На! Подальше отойду. На! Где? На! Угомонись! Вот так. Так, а что мы отсюда берем? Это из каждой машины. Так, глушители вы можете установить на оружие глушитель. Чтобы установить глушитель, выберите в меню выживания подходящее оружие, нажмите Е. Давайте. Только перед этим. Я прям слышу, что где-то кто-то водится там. Лекарственная микстура. Блин, что-то готика какая-то начинается. А я здесь был? Да, по ходу дела я здесь был. В этом домике. Ух ты. Сигналка. Ну молчать. Все. Так. Глушитель, блин. Ладно. Да не-не-не-не, вот это я хочу взять. Вот оно. Что-то прочитал или что-то там? Требуется код от сейфа. Так. Требуется. Это мне тоже. Будьте любезны. Хорошо. Где может быть код? Ну что ж, давайте. Ага, не хватает опять. Да. Код от сейфа, вот, взял. Все. Так, так, так. Манок. Чтобы швырнуть предмет, так, жмите его в руку, так.
Манок, я понимаю, он должен притягивать к себе этих мертвецов. Ой, не-не-не, это лекарственное средство. Давайте-ка создадим. Ну так. Блин. Что мы ищем-то? Где у меня тут? Так. Нет, пока что нет. Так, призы, находки, прохождение. Активно. Так, найти бензонасос на стоянке грузовика. Бензонасос мне надо найти. Так. Так, зараженная зона. Так, зачистить все гнезда в зоне заражения. Ну, давай все зачистим. Пока что мне это позволяет. Вот еще одна. Там еще одна. Не, так ты хрен зачистишь все гнезда-то. Ладно, смотрим. Что ты мне преподнесешь? Блин. Они не ходят поодиночке, да? Это мы берем. Это мы берем. Так. Что у нас с картой? Вот сюда мне надо, да? Тяга к смерти. Так. Но у меня есть еще одно гнездо. Вот оно. Никто не выбежал. А мне опыта, блин, это хорошо. Давай F сюжет что-то. Все так. F карта, хрен с ним. Спокойной ночи. Вот так. Прогорай давай быстрее. Мне ж не терпится узнать, что у тебя там. Блин, а в каждой машине, да, можно такую штуку какую-то найти, нет? Нет, смотрите-ка, не в каждой машине. Нет, подожди, что-то есть. Ни хрена себе собиралочка. Детали собираю. Лом какой-то. Что мне с ним потом делать? Понятненько. Сюда. Мне так такое чувство, что ножка стула. Я думал, это труба вообще-то. Пока это не умею, ладно. Да? Так, куда мы не пойдем? У тебя спереди что-то можно взять? Нет. А, мы же еще вот сожгли. Ждали, когда прогорит.
Стой. Стимулирующие, так. Почему только растениями все это завалено? Вот вопрос. Ладно. Вот это тоже можно взять, да? Всегда нужно. Конечно. Он прям выделяется на фоне. Дик! Братуха, ты как? Готов? Еще нет. Надо как-то пробраться в гараж. Там должен быть бензонасос. Ну, давай побыстрее. Я видел по дороге, как их там называют. Ну, эту хрень, которую покорители ставят. Сидел. Ага, его. Значит, где-то тут шастают. Так. Керосин. Чего не хватает-то? Требуется материал. Так, какой? А, пивные бутылки. Ладно. Подожди. Лома у меня максимально, что с ним делать только? Канистра. Пивной бутылки нет. Так, отвлеченный манок. Нет. Вот все есть. Зачем мне канистра? Подождите, значит, надо там открыть сначала. Не-не-не-не-не. Вот теперь мы сделаем его. Прятаться? Нет, мы не прятаемся. Мы пока ищем. Стой, что у тебя тут? Машина припаркована. Ну что ты боишься? Ты же мертв уже. Ладно. Так, мне что-то заправлять надо будет, я так понимаю. Такая долгая игрушка. Что-то конструировать, ремонтировать я здесь могу. Нет? Наверх не залезть? Ладно. Сколько много ты можешь носить вообще на себе, пойди? Где-то что-то у тебя можно увеличивать? Ага, вот так можно было пройти, вот так можно было пройти. Там мы были, канистры уже убрали. Поверху можно было пройти. Заколочено, надо найти другой вход. Может быть. Есть лаз на крыше? Да я знаю, что он есть. Вон он. Опять шакалы. Паршивцы. Вот так.
Так. Ну, вам придется как-то что-то все равно по-другому делать, не так, как я. Так. Вон он. Отсюда так и почитался. Выйти так, хопа. Так. Смотрим. Блин, что-то керосина-то главное до хрена беру. Я вроде бутылок не хватает. Ищут потерявшегося мужчину. Так, ладно. Смотрим, что здесь есть, перед тем, как пройти дальше нам. Он чуть керосин не упустил. Антибиотики. Ладно. Пока все есть. А он на стороне все есть. Деньги не нужны? Нет. Деньги в этом мире, как я понимаю, не нужны. Должен же быть тут бензонасос. Давай. Так, ладно. Вот здесь сбоку что-то было. Вау! Бухарь, слышишь? Нашел я насос. Выезжаю к шоссе. Дик! Упокоители! Упокоители! Нет, нет, нет! Черт! Упокоители? Бухарь, ты меня слышишь? Черт. Так. Мотоцикл-то вроде как на ходу был. Держись, я сейчас буду. Ну ты прям так туш. Твою мать. Зверство. Упокоители. Ну-ка, вообще сохранить можно? Сохранить игру. Какая тут сохранялка-то? Новое сохранение, вот. Сохранить. Где ты? Я их слышу. Ой-ой-ой. Так это люди. На твоих руках набиты символы мертвых. Символы заблудших. Пошел ты! Вы суки! Байкер. Ты должен покориться, Байкер. Ведь ты заблудший. Но мы поможем. Мы покажем тебе путь. Путь. Мы поможем. Ты не найденный. Покорись. Ты покорись. Потерянный. Покорись. Покорись. Слизь. Путь. Путь. Давай, захреначек всех здесь. Так, чтобы занять укрытие, присядьте рядом с ним. Чтобы присесть или встать, нажмите. Упокоители, сволочи. Смена руки, чтобы сменить. Так, прицеливание. Так, нажмите Z. Эй, я здесь! Отвалите от него, ублюдки! Умирай! Ну, твари, подходи! Вот так. Они ни разу не попали по мне, слава богу. Бухарь, давай, всех уходим. Твою мать! О, боже. Да, твою мать! Ну-ка, вставай. Да сам я. Да, ну-ка, вставай. Давай, у меня бинты, много чего лечат. Навалить. Как будто меня ждали. Сука! Их не выйдет. Как навалились. Так, рука. Не смотри.
Охренеть. Бухарь, не смотри. Да, нормально заживет. Сейчас тебе главное удержаться. Блин, я оружие не подобрался. А я уверен, можно было поди подобрать-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Запорожный, чё там? Чёрт, я думал, нам крышка. Так, подожди-ка здесь, а я пойду осмотрюсь на всякий. Ну вот ещё, я на боковую. Ну или так. Вроде всё на своих местах. Чё, я тут окрасить ничего. Койка, я по тебе скучал. Вот все, отлеживайся, лечи руку давай. Вот эй, водичку. Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить. Справишься? Да. Круто. Ага. Загляну на блокпост Неро. Там должны быть стерильные бинты и болеутоляющие. Не оставляй там мой байк. Да не, не-не-не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Эй, у меня там патроны есть. Они в ящике у двери. Спасибо. Эй. Ружье оставь. А Бухарь? Ну ладно. Держи. А мне с чем? Я без него просто как голый. Так, вот так, открыто число доступного оружия. Закрыть. Новые предметы, так, пистолет, ну ладно. О, во, да, так, подобрать вариант стандартного арбалета, так. Так, средний, состоит так, армия. Ну-ка, давайте... Так. У меня теперь есть арбалет. Так, он здесь пока ничего не делает, ладно. Дробовик ты мне не даешь, падла. Взял три болта. Баллистика на арбалетные болты влияет сила тяжести, поэтому высота их полета становится меньше с расстояния. Чтобы поразить цель, находящуюся на большом удалении от вас, цель выше, чтобы... Так, все понятно. Тут ничего нет. Ни хрена себе, полкилометра топать, блин. Черт, Бухарь. Рука сама не заживет. Что ж делать-то? Что есть? Нужно найти медикаменты. Какой-то верстак или что? Все как-то, блин, не так, ладно. Это у меня с бутылками проблема, хотя, по идее, вот с ними-то не должно быть проблем никаких. Стой, 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 стой. Вытеки, цветочки.
Опять время. Это время отчета, наверное, нахрен. Я уже где-то это слышал. Это в предыдущей игре. На его байке я не поеду. Надо добраться до моего, пока не стемнело. Не понял. Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Отбой. Ну-ка, давай. Ладно. Это забрали. Теперь можно сделать болты для арбалета, так? Это хорошо. Только сколько мне их собирать-то надо, нахуй? У меня где-то есть рюкзак. Навыки, очки навыков. Ноль. Пока еще. Ладно. Так, это не арбалет. Вот он, арбалет. Понятненько. Что у нас там по арбалету? Понятненько. Итак, ребятки у нас отмечены. Стой, стой. Реально собирательство какое-то начинается, блин. Еще елки надо искать. Так, ладно. Пока не стемнело, говоришь. Что у нас с картой? А я где? О. Понятненько. Ну ладно, давай посмотрим. Короче, тут вариантов, да? Нормально. Я уверен, что где-то что-то есть. Будем скрытно подкрадываться к ним. Блин, жадность. Жадность меня влечет. Сзади-то никак. Зачистить лагерь мародеров. Сколько их там? Шестеро было, да? Блин, кружить, кружить. Ну вот этот-то точно труп. Наконец-то. Ну лезь уже. Еще трофеи. А что трофей-то? Я бы хоть что-то с этого получил. Блин, блинский.
Так, бесшумность и метки. Посмотрите в бинокль с помощью, так, это мы поняли. Отметив противника, вы сможете следить за его перемещением. Кроме того, если противник, человек, метка позволяет вам узнать его степень враждебности. Так. Сможете следить. Кроме того, если противник, человек, метка позволяет вам узнать. Понятно. Я еще один должен быть. Я его видел-то, видел. Стой. Нет. Вот так. Там что-то есть. Конечно, что-то есть. Я даже сказал бы, кто-то. Нашел что-нибудь? Как я и говорил, те намады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда логово. Цветочек. Да ну, серьезно? Хорошо обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Ходи, бери. Ну чё, неплохо. Как стереть? Наглянем сюда, убьем этих козлов, и можно праздновать новоселье. Вот так. Шустрый ты, у них небось пушки. Да ну, один там еле. Так, так, так. Кто еще кого уделает? Это что, получается, сменить можно? Теперь мое. Ага. Только рано мне еще так. Чтобы быстро достать основное дополнительное оружие, так, нажмите 1, 2 или 3. Это понятненько. Это еще кто? Конечно, ранен. Я даже знаю, кто тебя ранил. Это последний. Ну, якобы последний. На самом деле это... Нас. Уроды. Не суйтесь к нам на гору Олири. У меня еще и гора называется. Ох, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, одно к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Так, винтовочные патроны 3. Давайте сохранимся. Где я сохранялся-то? Вот так. Так, давайте посмотрим, что мы тут будем иметь. Хорошо, ладно. Предположим, да, еще... Фрики. За местечко-то у вас здесь? Черт! Быстрей, быстрей! Бежать! Бежать! Куда? Зачем? Не собираюсь бежать. Зачем мне лом? Ни хрена я сделать не могу.
слышу. Господи. Так-то да, вас многоватенько. Только я посюда должен был вообще идти. Ну-ка. Лома у меня много. Чего я на него покупал, что ли, что-то или что? Где у меня карта? А нет, смотрите-ка, правильно иду. Ну, поди, можно было как-то по-другому пройти еще. Типа как по верху. Нет? Блин, можно было бы их приманить, кстати. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему с неба все время льет? Чтобы следы твои заметать. По идее, уже недалеко. Давай. Надо добраться до байка. Ты что-то копался здесь. Я уже близко. Ну так я бы так и шел, да? Мостик. Стой. А хочешь, не хочешь, кстати, по лесу придется гулять. Надо же и елки эти собирать. Так что... Пока их всех обходишь нахрен. Так что это говорю, как готика будет. Тут что? Ой-ой-ой-ой, подожди. А где мои это? А где мой глушитель? Мне нужен глушитель. Я думаю, что они на меня нападают? Понятненько. Кто-то крадется еще. Блин. То есть сам я не могу делать. Понятно. Ладно, может здесь. Так. Нет, сам я не могу делать. Понятно. Хорошо, будем отстреливаться тогда. Надо найти его. Ни хрена не бесшумно. Ну что, дружище, где ты спрятался? Это здесь. Мы оставили его здесь. Так. Смотрим. Байк исчез. Блять! Спокойно. Копленд, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда! Да вы взяли мой байк! Эй, стой! Подожди! Черт! Я твой байк не трогал! Клянусь! Да не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Спроси у Копленда! Я ничего не знаю! Эй! Твою мать! Просто нужен мой байк! Я ничего не делал! Ну, говнюк, нет, все-таки знаешь, я буду убивать!
Бухарь, слышишь? Ты забрал байк? Нет. Люди Копнута добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Да, блин. Что ж вы за ним-то так не бежите, как за мной? Давай. Так. Сохраняем. Кучи какие-то горят. Ну я жму, где отметка? Сен-Джонов, да ты? Какой-то козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэнни. Хорошо. К нему-то я и пойду. С ним-то мы договоримся, да? Так, кстати, надо сохраниться. Мало ли, сохранить игру, потому что мало ли как разговор пойдет, и я не знаю, как реагировать надо будет. Вы торговцы? Кухня, сдать. Что сдать? Подожди. Так, растения и мясо животных можно отнести на лагерь кухни. Вы заработаете кредиты, и уровень доверия к вам повысится. Ценность разных видов растений и животных различается. А у меня пока никаких животных нет. Так. Хорошо, ладно, нет, я пока... А я могу из них лекарства делать или что? Нет, пока все. Здравствуй. Трофеи. Уши фриков можно сдавать трофейщикам, как вы завоюете доверие жителей лагеря, забираете, заработаете кредиты из разных фриков, раздают разные награды. Здорово. Да, круто! Одно ухо! Молодец! Клево! Ты времени даром не теряешь. Ну вот так сойдет. Ну так. Ну ладно. Мне уши этих фриков не нужны. Еще увидимся. Я так думаю. Ага, ладно. А вот денежки-то мне пригодятся. Ладно. Ага, привет. Торговец. Вот ты-то мне, наверное, и нужен. Привет, Мэнни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все пошу. А меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Не, как-то никогда времени особо не было на книге. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не, этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, а как? Это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса? Типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял. Когда я сказал урод, я имел в виду того урода, который его пригнал. Понимаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов.
На пару слов. Ну, давай поговорим. Я вижу, вам тут досталось. Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Уже второй раз сюда заявляются. Говорят, ищут тебя и Буха. Люди в Одессе много чего говорят. Так, не обязательно диалог. Пойдем. Не обязательно мой диалог. Другу помогает, но если начнется бой, ну, сам понимаешь. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное. Так, сохраняется оно только на контрольных точках. Поэтому, блин. До контрольной точки я пока еще не дошел. Ладно. Мы с отцом здесь охотились на оленей. Строили засидку, клали под нее безумец и отстреливали. И мы раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. А отец признавал только один закон. Конституцию США. Ух ты. Америка. Где сейчас ваша конституция? Это вот. Да, это точно. Я тут Леона жду. Да? Он не вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. Все зависимы. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, спроси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Ну, оба правы. Классный кипарик. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда не... Погоди. У Леона был такой же. Ком, богом клянусь я. Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп. О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но я разберусь. Не сомневаюсь. Так, работать на него придется, да, значит? Блинский. Да уж, Коуп. Теперь-то у нас оружие никто не отнимет, так ведь? Блин, а где тут сохраняться-то? Можно так вот? Нет? Блин, потому что сохраняешься вот так. Сохранить, а не смотрите, все на одно. Чё бы ты не сохранял? Вот, допустим. Внимание, предыдущий и будет перезаписано. Сохранить. И когда делаешь загрузить, смотрите, они все. Автосохранение. А эти, которые будут, они только с чекпоинта работают. Нахрен. Вот вроде 34, да ни хрена, но не так. Проверено. Так, подожди, а как спуститься-то? Что это такое? Что за бумажка-то была? Стой. С днем рождения, Боб. Значит, у него была дочь. Какую-то составляю. Спать могу? Вау, вот это оружие. Нет, хрен там он возьмет. Тем более при хозяине в доме. Слишком. Слишком нагло так. Какое вам надо, блин, еще большее доверие? Так. Вы меня куда-то выпинываете просто. А?
Как-то вот если пройтись да посмотреть, здесь по-любому что-то где-то есть. Оружие он здесь не достает. Понятненько, значит, считается место безопасным. Подожди-ка. Стой, 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 бутылочка. Нет? Бутылки тоже, блин, уже на вес золота. Ладно. А, так ни хрена не поменялось. Круговую. Ладно. Уровень доверия. Где у меня тут? У меня... Так, припасы. Что у меня припасы? Так, оружие. Так, это есть камень, бинокль. Снаряжение. Так, фонарик. Сюжетные предметы. Задание. Так. Создание предметов неизвестно. Так, это что у меня? Запасы, припасы. Манок. Звуки завалить устройством привлекают соседних фриков. Хорошо, только он как используется? Это просто как хлопушка. Так, стимулирующая, так, микстурка. Все это у нас есть, так, это неизвестно, неизвестно. Предметы. Ну, по предметам у меня пока все нормально. Все равно много их нельзя носить, я уже так понял. Так, пепел гнезда, неизвестно, еще ничего такого. И вот это арбалетный болт, коктейль Молотова, бинт. Неизвестно еще до хрена всего. Это, я как думаю, надо изучать. Ладно. Здравствуй. Привет. Пока. Ну что ж, пойдемте, механик. Ди, постой. Братан, ты уж извини меня. Я же не знал, клянусь. Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал. Я понял, да. Я тебе все возмещу, честно. Вот гляди, новый склепал. Ты называешь эту хрень байком? Ну да. Он не... Ладно, я еще поищу. Детали там. Я все устрою, клянусь. А как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Мэнни. Вот так. Так, команды на горе. Так. Задание выполнено. Сюжетное задание. Так. Лагерь. Так. Понятненько. Пора в дорогу. Задача с Бухарем. Мы сможем проехать на север, пока не починю байки, не найду экипировку поприличнее. Так, растерзанный, тяга к смерти. Так, пора в дорогу 33. Погоня за оленем. За Леоном. 50% охотник на зараженных. Заказные наклейки 100%. Выполнено 50%. Я... Мне как его убить, что ли, или что? Охотник на зараженных. 8 задач, чтобы дорога снова так... Надо зачистить все эти зараженные зоны с гнездами фриков. А, ни хрена себе. Охотник, что там? Охотник на мародеров. Куда-то не туда, прошу прощения. Так, я помню. Задача разобраться с прошлым. Ладно. Пару и что-то я так, механик же учил, могут заправлять, отремонтировать, модифицировать и улучшать ваш байк. Давайте да, посмотрим, что я могу улучшить. Характеристики, конечно. А, бензобак, во-первых. Стандартный, бензобак 1, бензобак 2. Сейчас завернем. Покупаем. Так, стандартная выпускная система. Так, я не понимаю, о чем она. Это где-то мне еще, кстати, искать надо, да? Ой, это клевая штука. Так. Отлично. Что-то еще? Так, это... А, это у меня есть. Подождите, сумки, да.
Так, в кофрах можно хранить дополнительные боеприпасы, заполнять кофры можно с любого торговца, заплатив соответствующую сумму. Обращайте внимание на то, сколько боеприпасов вмещается в ваши кофры. Вместимость варьируется в зависимости от типа боеприпасов. Чтобы достать боеприпасы из кофры, подойдите к задней части байка и удерживайте. Понятно. Ага, отличный выбор. Стандартная рама, так, подожди, прочность. Ага, ни хрена, вот такая вот, пока-пока. Это хорошо послужит. Так, это у меня, ага, закись азота. Блин, еще гонять буду, что ли, получается, шины? Сейчас завернем. Так, дизайн. Если это прочности штука добавляют, конечно, надо. Смотрим, что у нас тут. Отлично. Что-то еще? Ага, отличный выбор. Это хорошо послужит. Так, окраска. Ой, окраска меня вообще как-то в этой, по крайней мере, точно. Ремонт. Так, заправка. Заправим, без проблем. Ремонт не требуется. Будет хорошо. Нужно, скажи. Так, а где сам байк у меня теперь? Погоди-ка, я сейчас. Эй, заходи еще, вдруг что-то появится. Так, а как мне вот сохраниться-то сейчас? Чтоб не заново всю эту систему не проходить. О, ну вот. Хоть новые появились. Ну что ж, я думаю, удрали. Проехать на блокпост не рады. Ну что ж, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!